Когда вы начинаете удивляться, спрашивать и, может быть, даже спорить, этот человек не станет растрачивать свою энергию на споры с вами и раздражение, так как он знает, что по закону подобия, раздражаясь, он привлекает в свою жизнь еще больше раздражения и негативной энергии. А это ему надо? Конечно, нет. Поэтому он спокойно пожелает вам удачи в вашей жизни и не станет испытывать раздражение и гнев от того, что вы предпочитаете жить иначе.